Так, смотрим одно из платьев, которое я рассматриваю одеть на свадьбу сегодня. Я уже придумала одно платье, которое у меня уже было, а потом думаю, нет. Хочу что-то новенькое. Скажите, как вам? Оно немножко просвечивает. Ну, вроде неплохо. Я еще одену чуть другое нижнее белье, которое прям телесное. И оно немножко мне большевато на самом деле. Но оно мне так понравилось, я его взяла. Это первое. Так, второе платье. Простое в горошек, но, по-моему, классно и для работы мне пригодится. Бижутерию потом подберу, не обращайте, не знаю пока, какие украшения надеть. Вот, мне это тоже нравится, легкое такое, летнее. Сейчас еще покажу другие. Третье платье, которое мне больше кажется для офиса подходит, и для него мне нужно немножко похудеть в боках. Как видите, оно меня чуть-чуть полнит. Это я смотрю там разбирательство про судью, которого обвинили в сексуальных домогательствах, или как, наверное, вы слышали это по всем новостям. Его в высший суд хотят. Трамп номинировал, и сейчас вот разбираются, да, и вот сегодня вроде они голосуют, за или нет. Потому что про вот эти сексуальные ассалт, домогательства, ассалт или насилие, слушай, его непонятно, не доказали, потому что 35 лет назад это все было, и непонятно, докажешь или нет. Ну, в общем, теперь сенаторы, он голосует, кто за, кто против. Ну да ладно, видео не об этом. Как вам это? Эта работа, по-моему, вообще идеальна, но на сегодня не знаю. Вот. Так, следующее. Потом, ребята, еще смотрите, в Америке, если ты в свадьбе, то есть либо на стороне там жениха, дружка, либо подружка, то в основном они заказывают на прокат по их размерам костюмы и платья, и вот одинаковые, чтобы были. И все это стоит, но вот где-то за этот раз чуть меньше 200, по-моему, Киган отдал. Ну, то есть дороговато выходит в свадьбах участвовать, тем более, если ты там, у тебя много друзей, все тебя хотят как дружку или подружку каждый раз так. Ну и вот, не буду открывать, это вот Кигана я вчера съездила, забрала всех их друзей, эти таксы называют, смокинги, правильно? Подожди, нет, такс, ну костюмы, короче, мужские. Вот, красавчики сегодня будут. Amanda's Collection в конвее. Так, ладно, закрываем, просто хотела вам показать, объяснить. И последнее. Я его уже купила несколько недель назад, по-моему, и уже носила на работу, но тем не менее, мне кажется, оно для свадьбы тоже пойдет, но я не знаю, хочу ли его надевать или нет. Такое простое, но классный принт. Мне, кстати, много комплиментов на него сделали, что он такой симпатичного цвета. Ну, в общем, вот, говорите, какое лучше? Первое, второе, третье, четвертое. Прислушиваюсь, а может и нет. У меня еще есть несколько часов приготовиться, поэтому напишите, какое, может, повлияете на мой выбор. Итак, всем пока. Всех целую.